Живые родники России в Чебоксарах. В галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки работает межрегиональная выставка. В зале представлено более 80 произведений живописи, графики. Фотографии авторов из Башкирии, Мариэл, Татарстана, Чувашии, города Киров. Выставка объединила международный арт-проект «Родники России» и проект «Живой родник». Кураторы первого с помощью искусства привлекают внимание к проблемам экологии. Когда я однажды приехала в деревню и увидела свой родник, вокруг которого мы всегда в детстве, конечно, жизнь кипела. Родник мы, значит, воду набирали и пили, и играли. И очень много, ну, то, что у нас было связано. Это сейчас у нас у всех колодцы, а тогда был родник. И мне стало жалко, что он не настолько оккультурен. Я хотела, чтобы эта традиция возродилась, именно чтобы вновь вернулись люди к своим истокам, к своим родникам. Проект «Живой родник» создан с целью развития духовно-нравственных ценностей, сохранения дружбы и взаимопонимания между народами. Искусство объединяет самых разных людей, независимо от национальности, языка и культуры. Вода объединяет весь мир через родники и другие водоемы. Такая выставка проходит уже несколько лет. С каждым годом желающих принять в ней участие становится все больше.